С момента обретения независимости в области особое внимание уделялось развитию и увеличению производства мясной продукции. На системной основе финансируются программы по увеличению поголовья скота. В начале 90-х годов поголовье крупнорогатого скота по району составляло 45 тысяч голов. На сегодняшний день эта цифра уже 55 тысяч голов, в том числе поголовье коров в начале 90-х годов около 5 тысяч голов, в нынешнем году составило 23 600. То есть почти в 6 раз увеличилось поголовье коров. Большой прирост поголовья лошадей. Если в начале 90-х годов было около 5 тысяч голов, то на сегодняшний день составляет 26,5 тысяч голов. В рамках государственной поддержки предпринимательства представлен широкий спектр финансовых инструментов. Существуют такие эффективные механизмы, как грантовые, льготное финансирование, субсидии и гарантирование кредитов. Большую поддержку сельскому хозяйству оказывает государство. Ежегодно выделяются субсидии, приобретение породных животных, как крупнорогатого скота, так и овец. Единственная, конечно, преграда у нас, соответственно, пастбище не позволяет быстрыми темпами развивать эту отрасль. В числе приоритетных задач – повышение экспортного потенциала. Для этого во внимание взяты увеличение племенного поголовья и подготовка качественной продукции. Аблай Балтабаев, Жансулу Жиенкул, Марат Ахмеджанов, Алмаз Садвакасов, Кокши Ахпарат.